Добрый вечер. Решил сегодня прогуляться вечером. Сходил в магазин и решил поснимать немного. Оказался в интересном месте сегодня. Вот вышел на проспект, сразу иду в автосалон Opel. А вот все, заправка тут находится. Дальше иду в супермаркет Audi. Вот он. А напротив, если посмотреть, оно, супермаркет Lidl. Два супермаркета рядом. Один на одной стороне, а другой на другой стороне стоит. А это метро, станция метро находится в Будапеште. Так что место тут неплохое. А сзади меня, вот где Audi, сзади это тут находится плавательный бассейн и фитнес-клуб.